ряд объектов было основание впервые по БТМК, это магистральные объекты, но в железе у нас такой есть термин, мы эти работы завершили к 15 числу. Сегодня эти магистрали заполнены и стоят на циркуляции, готовы подавать тепло нашим жителям. Были проблемы по бюджетным объектам, подрядчик тоже в этот раз у нас отстал от срока проведения работ, но мы переключились на старую схему и сегодня готовы тепло подавать по старой схеме, также обеспечивать теплом, в том числе детский сад на Промышленной и объекты на Гоголя.